Польше началась кампания, последняя прямая, в которой амбассадоры будут агитировать население вакцинироваться. По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, есть шанс, что если все граждане солидарно приступят к программе прививок, то это будет последняя прямая для завершения пандемии. Это должно избавить государство от этой болезни раз и навсегда. Путь к этому – наша национальная программа вакцинации, сказал глава правительства на национальном стадионе в Варшаве. Кампания «Последняя прямая», которая будет стимулировать вакцинацию, будет основана в основном на спортсменах, и это крупнейшая на сегодняшний день такая акция.